Давай. Так, лучшие мелодрамы. Не убирай. Я больше так не могу. Дай мне пульт, пожалуйста. Я пристрелю твои мозги. Так, давай будем смотреть то, что нравится нам обоим. Детектив? Это гениально, Шерлок. Нет, может быть, ужасы? Нет, точно нет. Ладно, давай комедию. Алло. Ну смотри, я поболтаю. Да! Он не будет больше действовать в школьном саду. Ну что, включай заново. Я подумал кое-что. Так я помню, его пропустила. Да, еще чипсы сожрал. Иди в магазин. Ну что, как там фильм? Зашибись, кино посмотрел. Да, это понятно. Жек, не гони. Студенты в вузах. А чё, как преподы зовут? А чё, сколько пар сегодня? А чё, сегодня до скольки учимся? Алло. А чё нам задали-то? Аддитивность – некоторое свойство величин. Говорит о следующем. Значение определенной величины, соответствующее полноценному объекту, равно сумме значения такой величины, которая соответствует его частям в любом разбиении полноценного объекта на части. Слушай, можешь меня отметить? Я там, ну, третий парень, наверное, приду. Я, братан, вообще ничего не учил. Меня точно исключат. Чё сдал? Самый легкий билет попался. Я домой. Алло, Вась, ты меня слышишь? Владимир Владимирович, можно сдать? Ой, у вас открыто. Здравствуйте, вашему вниманию представляется новый пылесос Ай. Микус? Платон? Чё, всё херово прям, да? Ну да. Ладно, заходи. Слушай, ну тебя прям вообще давно не видно было. Ты на каком моменте вообще остановился? Гарлем Шейк и Гангнам Стайл. Понятно. Ладно, давай я тебе все расскажу сейчас. Пылесос возьмешь? Пошел! Йоу, здорово, брат! Здорово, хоми! Как создаются популярные песни? Так, короче, нам нужен припев. Что-то простое и заедающее. Блин, витаминки закончились. Что ты сказала? Витаминки! Братан, включай микрофон. Все мои сюжеты по твоим картинкам. Девочка, разноцветная витаминка. Сегодня я буду любить тебя сильно. Ну как, бро, нормально? Да. Неплохо. Ну что там, накинь пару эффектиков каких-нибудь. Вроде готово. Все мои сюжеты по твоим картинкам. Вот у меня вопрос. Как вам удалось придумать настолько припев? Просто я гений. Ой, какое платье! А давай возьмем его. Денег нет. Нет, ну а вдруг его кто-то другой купит? Че ты делать будешь? Если бы мозг был человеком. А может, сериалы посмотрим? Нет, мне рано вставать. Ну, одну серию только. Слушай, а сколько времени? 5 утра. Что? Ну, ты сама виновата. Так, все, давай, иди отсюда. Приступаем к экзамену. Блин, да проснись! Вспомни хоть что-нибудь. А все мои сюжеты по твоим картинкам. Я точно очистил. Ну нормально все будет, в дворники пойдем. Эй, может посмотришь что-нибудь там в холодильнике? Да я 3 минуты назад смотрела. Ну вдруг что-нибудь изменилось? Ну и что, опять ничего нету? Блин, надоел ты уже. Да посмотри еще раз. Да нет там ничего. И каждый раз она ведется. Самые приятные ощущения.
меня для тебя есть подарок. Это серьезно мне? Когда подарили колонку? Уже не любишь ты меня. Зацепила меня, ослепила меня. Да порог довела, а любви не дала. Что-то не так? Слушай, я так больше не могу. Латош, давай собирайся. Да, я все уже почти готов. Зачем тебе колонку? Музыку слушать. Блин, братан, я купил такую вещь, она намного лучше колонки. Смотри. Зацепила меня,